Вот что значит папа выбрал, да, дочь? Что попалось, покажи. Леди Баг. Оса. За 41 доллар. И охлаждают чачу. Вот такой вот дождик, пока не выходим. И жарит. Вот так вот. Едем в танке. Света в танке? Хорошо в танке? Мягко так, кстати, в танке. Шаровёшки. Давай, давай, добивай. Перебор. Я немного очкую, честно. Ну что же, день третий, да? Третий день, выходим. Что попалось, покажи. Леди Баг. Все рады. Все, пошли. Идем в магазин, потому что закончилась у нас карточка. Все-таки надо купить пару карт памяти. За 2 дня 128 гигабайт просто улетело. В очередной раз поражаемся водителям, конечно, которые не пропускают пешеходов. Это, конечно, трэш. Очень опасно переходить эти дороги. Но если быть внимательным, аккуратненько, можно и перебежать, или перейти. А некоторые бывают и уступают, но очень редко. Курочки. Леди пчела летает. Леди пчела, да. Леди оса. Оса. Я подожду, оса. Оса. Най-най-най-най-най-най. Пришли вот в такой молл. Может, тут сейчас найдем карточку. А, вот тут есть зумер. Отлично. Супер. Курочки. Тут есть зумер сразу при входе. Вот такой наш, типа нашего сити-центра. Хачапури. Аккуратно, Даш. Вот тут, может, еще. Сейчас узнаем. А тут никого нет. Ничего нету, да? Идем дальше, потому что там карты максимум на 64. А минимум даже есть по 8. Не знаю, кто-то еще покупает. В телефон, наверное, но 8 гигабайт. Это еще одна особенность в Батуми. В старых домах вот такие вот балконы. Поликарбонатом, кажется, оббиты. С этой стороны бирюзовые, а вон с той зеленые. Короче, ребята, купил карту на 128, вообще вот в таком вот маленьком магазинчике, чтобы вы понимали, за 41 доллар, а дома я ее брал за 555 гривен, это 20 долларов, короче, в два раза дороже, это жесть, конечно, попадет, ну, что делать. Что, я так понимаю, мы сегодня остались дома, да? Девочки. Готовим тут такие вот ништяки из супермаркета, которые купили. Пришло ваше время, да? Девочки нарезают салат. И охлаждают чачу. Вот такая вот на улице погода у нас сегодня. Сегодня какой день недели? Суббота 14. 14 августа. Поэтому мы сегодня решили пока остаться дома, немножко погуляли, и вот приготовили таких ништяков вкусных. Сейчас селфимся и будем пить и есть. Аджа,
хорошо. Ребята бесстрашные. На улице идет ливень. А я их всех заставил выйти и пойти все-таки. Не останавливает бесстрашные одесситы. Мы больные, хромые, но мы идем. Да. О, фигачек такой, ливеняка. Но жизнь не остановилась, поэтому мы выдвигаемся. Вот такой вот дождик, пока не выходим, фигарит. Тут стройка, ремонт ребята делают. Хорошо льет. Дорог. Но в принципе боги упаковались дорог. Все в Тойоту. Ну что вы замолчали? Скажите нам что-нибудь. Соображаем. Соображаете? Да. Ну, погода шикарная, как раз на канатную дорогу, да? Да, Дэч, ты понимал хорошо. Эта погода, если ветра не было. Водопаду. Да, да, да. Водопад будет большой. Короче, так у нас и не получилось никуда съездить. Да. Покатались, вон там такие горы, реки. Хорошо, очень задуло. Да. Трэш. Сушим кроссовки новым методом в духовке. Вот так вот. Я думаю, ничего страшного. Ну да. А как? А как мне кроссовки высушить, по-вашему? Ну что, Денчик, скажи пару слов. Да. Едем в танке. Спасибо. Света в танке? Да. Хорошо в танке? Да. Мягко-то, кстати, в танке. Тачечку на прокачечку. А вот там уже Турция. Если что. Вот такой вот тут водопадик. Монументальный. Красивый. Сейчас. Раз, два, три. Да, на машине, конечно, удобно ездить. Куда захотел, туда и поехал, да? Как сильно она большая, какая же. Да, кстати, вот там уже сзади меня
турецкая граница. Вот так вот подошли поближе к границе, поближе к Турции. Такой вот пограничный пункт интересный, красиво. А там в горах такие тучи опустились. Церковь или храм какой-то. На той стороне видно вон мечеть. Это Турция уже. И море. Черное-черное море. Коровёшки! Приехали, а куда приехали? А вот там такой водопад, если это видно. Можно снимать? Конечно. А что здесь, куда пойти, что посмотреть? А то мы что-то не... Мост Царя Святой Марии. Да. В начале 12 века. Угу. До сих пор ползаемся, ходим на него. Угу. 40 метров от нас. Это вот сюда спускаться? Да. Там сувениры продаются. Ага. Под зонтиком. Возле стол, там да. Уже лестница. Ага, все. Сувенирные лавки, да? Что тут у нас есть? Сувенирчики. Приехали. Мост царицы Тамары. Лодка не хотите? Кого? Лодка. А, лодка? Не. Чача? Нет, Чача? Нет, не хотите? Умеется один этот сам. Да вот они, я за рулем. Запах, есть гранатовый, ага. Есть персиковый, есть виноградовый. Что, бахните чачи? Да, давай, оно не крепкое. Давай, пей. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Хороший есть. Давай, брыкнул и все. Оп. Давай, допивай. Стрёмненько. Верно. Очень стрёмно. Я дальше не пойду. Ариша, ты смотри под ноги аккуратно. Смотри под ножки, доча. Красиво. О, какие красавцы. Приехали на водопад Махунскетти. Вот такой вот красивый, шумный водопад. Ой, класс. Наш оттуда бьет. Сильно. Шикарное место. Оба. Обалдеть. Сели тут возле водопадика в кафешке, заказали хинкали, хачапури, сейчас принесут. В принципе, недорого. 20 хинкали, 20 лари. 12 гривен или 14 хачапури. Ой, моросит что-то, да? Как дождик, изморозь пошла.
я вам хочу сказать. Не морозит на вас? А вот и несутся наши хинкали. Это что, еще не все? Это еще не все, да. Вот это нас занесло. Да-да, как обычно, Google нас заводит какие-то четыре. Дорожка. Один человек живой показался. Не один. О, не один, а их несколько живых. Это ужас. Капец. Вот да, это сейчас тебе будет прикольно. Только горлышко вставьте здесь, вот, в эту трубу. Ты что не снимаешь, снимаешь? Что? Не, я говорю, можно снимать? Для видео, пожалуйста, ага. Конечно, да. Сейчас положите губы и одним движением фу, да. Один ну, раз как его выдохните. Да, да, да. Не спешите только. Задувайте, задувайте. Все, достаточно. Можете это вытаскивать. Перебор. Вы в трезвом состоянии, очень хорошо. Все нормально? А подарки да. даете, если он в трезвом состоянии? А подарок будет за то, что он трезвый? У нас подарки дают. Едем на аттракцион. Не, мы едем на аттракцион, и он нас повел в горы. А куда вы едете? Там, где музей музыкантов, вот это вот. Музей музыкантов? Да, да, да. Это вы случайно в Шеквотиле да, едете? Да, 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 да. Там, где стадион, да? Ну, там, это где парк. Это вам нужно из Батуми сначала в Кабулете, и из Кабулете будете выходить. Это отсюда на правой стороне, ага. возле стадиончика такой маленький парк есть, ага. красивый, зеленый. И там этот... все это... Потому что нас повел он как-то в горы, есть еще какая-то дорога через горы. Через горы как? Куда? Ну вот где-то ранее мы повернули возле заправки направо, и мы в горы поехали. Сейчас я покажу. Поверните по понедельникам. Направо. Райончик. Такой. Узковастенько. Не остаться. И что делать? Дождя не было, на дорогу просто. Ну да. Куда выехали? Ну вон красивенько. Сегодня все-таки решили попасть на канатную дорогу. Вот она тут стартует и вот кабинки. Сбящат. Ой, правда, тут проблема припарковаться была. Вот переходить дорогу тут. Стоять. Всем. Стоять. Да, 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 я на регистратор. Давайте пускай. Здесь выходи, да? Все проходят тщательный контроль. Тебе не надо, тебе обработать. Нормас. Лари, да? Ага. Проходите. Заходим, заходим, заходим. Двигайся. А ты начинаешь? Я вообще заплатила. Ого, как красота. Жесть, да, ребята? У меня сейчас все сжалось. Ой, я уже пописал. Ой, она такая не коротенькая. 2.5 километра. Ого. Фига себе. Не, ну это... Это как высоко дом, а? Обратно еще быстрее. А туда обратно 10? Да, да, да. Обстановка богая. Высоко, высоко в горах. Мне кажется, обратно быстрее.
Ну, мне тоже такое. Да, ну и туда сейчас быстро будет. Сколько? 10 минут, наверное. Доча, как ты? Страшно? Нельзя? Бывает? Только собиралась. Да, боже, она аж вон туда! Да! Ух ты, а здесь пообрезали деревья. Да, нам надо 2.5 километра, пока на одной дороге. Сейчас работает. Мне вен больше испугал. Давай, Светик, первая. Мы прибыли, это, конечно, трэш. Не, ну, удобно, комфортно, не холодно. Не то, что у нас эти седлушечки. Целые кабины. Ну, тут так немного ветрено. Слегонца. Лишь город как на ладони, да? Вот так вот погуляли 5 минут, и нас застал дождь. Чуть-чуть промокли и возвращаемся обратно. За нами? Да, вот так же я показываю. Вот такая за нами очередь. Все хотят домой. Всем нужно срочно вниз. Мы едем тоже на 10-й кабинке, как и сюда. Да? Да, вот 9-я, следующая наша позиция. Прикольно. А что ты так идешь на расслабоне? Давай запрыгивай. Никуда не спешим. Давай! Я спешу, ты не спешишь. Все, до свидания. Я немного очкую, честно. Дернулся, где они такие крутые? Вообще ни хрена не видно. Дождь течет. Течет. Она не соскользнет? А да. Это что, тут камера? Тихо, не надо. Да вот я не знаю. Это не камера. Нет, это не камера. Нет. Там что-то будет какая-то фигня. Смотри, кажется, что они тоже быстро. Это такой, да. Она 5 километров в час фигачит. Там было написано, я читал. Да, порт небольшой реально. Маленький порт. Батуми. Вот, кстати, вечерняя прогулка, мы же хотели. Ну что же, мы сегодня в Батуми последний день. Ваши впечатления о Батуми, ребята? Мне понравилось. Спать хочется? Дождливая погода, все пять. Да. Погода подвела, а так вообще супер. Приехали напоследок еще два места. Это Приморский парк. Может, запустим сейчас дрона. Вот. А потом поедем, сфотографируем, как летит с ним видео. Самолет на посадку заходит. Шланцы на яйцах. Доча, смотри, сейчас вылупятся динозавры. С чего они хоть сделаны? Пластик, да. Да,
кусты. Не-не-не. Собак здесь, конечно, немерено. Все такие добрые. Чистенькие тут, слушай. Да. Такой красивый. Дождь был, скажи. Я помылся. Да? Прибыли на такой вот пляж. Тут взлетная полоса. Там вот аэропорт. И вот там вот оттуда взлетают. Ну, отсюда. Приземляются. Ждем, когда взлетит рейс на Киев. И приземлится рейс, кажется, из Харькова. Наши там вытаскиваются из машины. Сегодня последний день в Батуми. Дальше будем ехать в Кутаиси, поэтому решили до конца уже добить все-все-все, да? Да. Да? Такой тут бас, который не работает. А хотелось кофейка тяпнуть. Девчонкам понравились, мальчики попросили снять. Красивые. Yes. Вон, видели, они позитивные. Сейчас готовится там вот самолет к взлету. Все, ну что вы? Сделали, все. Раз, два, три, ча-ча, раз, два, три, ча-ча. Ну, да, да. Красиво, пусть.